20 лет в тоннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». А теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые, мля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда.
Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Ну, как добазарились. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, прыгай! Да что ж мне так не прёт-то, а? Давай, прыгай, я тебя поймаю! Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные, облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция Ордена. И не тормози. И главное, Артём... Главное, не ешь желтый снег. Какого хрена?
Фу. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти! Почти пришли, еще один двор остался. Давай вперед двигай. Вот дерьмо-то! Слышишь это? Давай понемногу отходить. Вон эти уроды! Бери право! Главное, помнишь это? Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю! Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все равно. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись.
сюда рожок. Пацанам! Отвали! Пацанам!
Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гонокор? Артём! Чё за... Опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника.